Пришло время веского слова нашего эксперта, глагола. Александр разбирается в компьютерных играх как никто. Вы знаете, однажды, находясь в турпоездке, он случайно забрел на командный пункт вооруженных сил одной страны. Александр принял программу стратегического управления за компьютерную игру. Когда на КП прибежала охрана, было уже поздно. Саша начал и выиграл войну. Привет, друзья! Бонус с Гамовером до рекламы, кажется, интересовались, за кого я, за республиканцев или за роялистов? Конечно, я за роялистов и за пианистов. Всегда мечтал научиться играть на клавишных. Массовый исход в виртуальную реальность студентов и профессоров, адмиралов, мичманов, старшин и матросов, домохозяек и бизнес-леди, интеллигенции и класса гегемона сисадминов еще настойчивее призывает сохранять трезвость ума, которая, пожалуй, у нас троих с бонусом и Гамовером только и сохранилась, и с опаской присматриваться к новым онлайновым играм. Ну, то есть, может, и не с опаской, нам чего бояться, пускай враги трепещут. Но приглядимся. Отправляемся в изысканное путешествие по вымышленному барокко в игре «Гранада из Пада». Судьба нонче распорядилась так, что я зарегистрировался на сайте, скачал клиентскую часть и полез на игровой сервер. Тут первым делом вводим родовую фамилию. У нас же тут персонажи не хухры-мухры, а сплошь аристократы и дегенераты. Советую подойти к выбору фамилии с чувством, с толком, с расстановкой. Потому что в обычной жизни, чтобы сменить фамилию, достаточно потерять паспорт и написать заявление в отделении. А в «Гранада из Пада» сперва придется удалить всех персонажей с аккаунта. Потому что персонажи тут составляют крепкую шведскую семью, ячейку общества. Ерунда. Классов 5, а героя вы создаете не одного, а целых трех. Да-да, нужно выбрать себе родственников трех классов из 5 возможных, а потом отправляться на первое задание. Причем предупреждаю сразу, если вы в онлайновой игре в первый раз, обязательно позовите в клан разведчика. Без него хождение за три моря и без того унылое превратится в хождение по мукам. К тому же у разведчиц самые смазливые фигурки во всей игре. Свежий воздух и подвижный образ жизни делают свое дело. Это точно? Я думаю, с первым заданием вы справитесь и без моей помощи, тем более, что поговорить с капитаном, а именно в этом и заключается миссия, много ума не надо. Лучше посмотрим на окружающую действительность. Корейцы, конечно, молодцы, но и наши локализаторы постарались на славу. Ей-богу, снимаю шляпу. Видно, в каких тяжелых условиях им пришлось трудиться, каким информационным голодом они были охвачены. Потому что не каждый в наш век высоких технологий знает, что такое барокко. Но как воссоздан дух эпохи, а? К примеру, прогуливаюсь по улице, подхожу к юноше, кликаю на нем мышкой, а он в ответ: «Да ты крутой мужик!» Так и вижу. 17 век, все кругом джентльмены, тонкие, надушенные, легкой походкой, поигрывая резным мушкетом, один приближается к другому и произносит: «Йо, ман, как сам? Да был бы ништяк да голяк! Да ты крутой мужик!» Как будто в Италии побывал. Да. Кропотливая работа переводчиков видна буквально во всем. Чего только стоит название боевой стойки мушкетера «Близкие контакты». Приятно, что они тоже смотрели фильм Спилберга. К
тому же близкие контакты для мушкетера — это все равно, что шестой разряд для слесаря. Ерунда. Кроме мушкетеров и разведчиков, можно поиграть за волшебников, которые, во-первых, умеют летать, а во-вторых, запросто могут сверху наложить на врага. Проклятие. Или что еще похуже. Если бы в эпоху барокко уже изобрели ракеты класса «Земля-воздух», то волшебникам пришлось бы туго. Ну, а так, в крайнем случае, ну, из мушкета солью кто-нибудь залепит, всю игру можно лосины не менять. Главное же, даже не демократичная к любому владельцу офисной машины графика, не поражающий меткостью фраз перевод, а то, что игра бесплатная. Не часто все-таки во времена барокко, да и в наши времена, встретишь столь бескорыстных игроделов. По крайней мере, бонусы Гамовер, которые тратят на онлайновые игры около 1000 условных единиц в месяц, смогут вздохнуть посвободнее. На сегодня это все. Увидимся через неделю. Всего вам доброго. До встречи.